Визитная карточка каждого человека – это самая яркая его черта – изюминка, которая делает его неповторимым. Какая она у меня? Это, несомненно, улыбка. И это не только про мою собственную. Для меня не составит труда вызвать ее на вашем лице, поделившись своим настроением. Танцы. Я люблю танцевать. Когда я двигаюсь, учу новые движения, я познаю свое тело, закаляю характер, стремлюсь к лучшему. Это по-настоящему меня вдохновляет. Еще мне помогают получать вдохновение книги. Во время чтения я забываю обо всем и погружаю сюжет с головой, напрочь забывая, что происходит вокруг. Я пишу стихи. В моменты, когда чувства волной поднимаются внутри, я выплескиваю их на бумагу. Бурными реками они врываются в сердца людей и, надеюсь, помогает им тоже что-то почувствовать. Я обожаю узнавать. Поэтому еще одна моей страсти является учеба. Каждый день я открываю для себя нечто новое, неизвестное до этого. Это приносит мне просто непередаваемые эмоции. Я задаюсь вопросом, что же именно является моей главной особенностью, моей визитной карточкой? И именно здесь, в нашем университете, я поняла, что все важно. Выбирая что-то одно, картина никогда не будет цельной. Это место, эти люди и эта атмосфера помогли мне понять то, что все эти вещи вместе делают меня уникальной. Принимая решение об участии в этом конкурсе, я ставила перед собой особую цель. Цель – доказать самой себе, что я могу, что я способна преодолеть свои страхи и сомнения. И знаете, то, что я сейчас стою на этой сцене, говорит о том, что эта цель уже успешно выполнена.